Министерство экологии и природопользования Московской области, сотрудники администрации Люберицы и специалисты Мособлводхоза провели совместный рейд. Они обследовали береговую зону реки Македонка и Малаховского озера. Главная цель – выявить и пресечь несанкционированные сбросы сточных вод. С помощью местных жителей участники проверки обнаружили 5 точек, где происходит загрязнение водоемов. Впоследствии Министерство экологии пообещало нам помогать в обследовании такой аппаратуры, как тепловизоры. Они более качественно уже позволяют выявлять сбросы не только на поверхности воды, но и те трубы, которые уходят под воду, которые визуально не видно. В течение 2 недель трубы, через которые сбрасывают сточные воды, демонтируют. А подобные рейды будут проходить регулярно. В феврале следующего года запланирована очистка Малаховского озера. К этому времени несанкционированные сбросы в водные объекты должны полностью ликвидировать.